Здравствуйте. 24 февраля 2015 года в Нарве прошел парад, посвященный Дню независимости Эстонской Республики. Проспект ИЕ комментирует для вас это событие. Мы видим прохождение по Петровской площади знаменных групп. Здесь как эстонские военные, так и союзники по НАТО. Из Испании, США, Латвии, Литвы. Вот этот разноцветный флаг – это Балтийский колледж обороны. Американские союзники маршируют. Обычная зимняя форма сил обороны Эстонии. Это белая форма. Хотя события происходят в феврале, белая форма, кажется, ее уже можно вешать в шкаф. Это перед нами марширует, судя по всему, вирусский пехотный батальон из Ихви. Это гости из Голландии. Интересно, что на параде они идут с рюкзаками. Перед нами британцы. Очень характерный строевой шаг. Строй эстонской полиции. За ними идут представители тюремной службы. Если только что проходили представители кадеты из Академии внутренней безопасности, то это, собственно, уже действующие сотрудники тюремной службы. Таким виделся парад создания 12-этажного здания, снято с 7-го этажа. Кстати, уже после парада появилась информация, что на крыше этого здания во время парада сидели какие-то представители спецслужб в масках. Это, насколько можно судить, представители караульного батальона, которые охраняют замок Томпе. Испанская знаменная группа. Американцы. Да, действительно, вирусский пехотный батальон из Ихви. Их флаг ведет свою историю еще с освободительной войны. Тогда это подразделение называлось 4-м пехотным полком. Голландцы. Снова англичане, марширующие, замыкают круг по Петровской площади, затем выходят на Таллинское шоссе. Так, на площади появилась бронетехника. Это ПАСИ, основной бронетранспортер эстонской армии. Выпускает его финская фирма СИСУ. Бронетранспортер изготовлен на шасси, на немного модернизированном шасси коммерческого грузовика. Те же машины, вид сверху. На части машины установлена небольшая пулеметная башенка с крупнокалиберным пулеметом «Браунинг». Это, насколько известно, модернизация проводилась уже в Эстонии. Вот санитарный вариант, он же снизу. Вот здесь хорошо видна эта башня с крупнокалиберным пулеметом.
Собственно, сейчас это единственная современная бронетехника, которая есть в Эстонии. В ближайшее время должны быть закуплены гусеничные машины. И они тоже здесь сейчас проедут. Смонтированные на джипах управляемые противотанковые комплексы «Милан». Здесь на шасси «Мерседес Унимок» едут, судя по всему, управляемые зенитные ракетные комплексы «Мистраль». Здесь очень интересный гибрид, советская зенитная установка, двуствольная, что называется, проверенная временем, установлена на шасси немецкого грузовика «МАН». Дальность стрельбы порядка 2 километра, в горизонтальной плоскости вверх меньше, 1800 метров примерно. Тоже грузовики «МАН» буксируют уже гаубицу. Это была советская гаубица Д-30. В Эстонии она носит другое название. Это более тяжелая британская гаубица, 155-миллиметровая. Те же самые грузовички Mercedes Unimog с очень неплохой проходимостью, но бронированные. Замыкают колонну бронетехники, машины, о назначении которых мы можем только догадываться. Это похоже на электростанцию. Тентованные грузовики, различные краны, подъемные механизмы, которые нужны для эвакуации сломанной подбитой техники. Это совершенно мирные трактора, выкрашенные в зеленый цвет. Вот, собственно, гвоздь программы. Боевая машина пехоты ЦВ-90, которую вот-вот должна закупить Эстония для своей армии. Эта машина принадлежит голландской армии. Но что интересно, голландец сидит на месте командира машины, на месте наводчика. В каждой машине сидит эстонский военнослужащий. В отличие от своего, скажем так, конкурента российского БМП-2, эта машина примерно вдвое тяжелее, но не плавает. Вооружение в разных модификациях различается очень серьезно. Здесь перед нами ветеран. Это боевая ремонтно-эвакуационная машина на базе немецкого танка «Леопард-1». Самая толстобронная машина, похожа на этом параде. Американцы. На БТР «Страйкер». Изначально это была швейцарская машина, которая называлась «Пиранья». Она победила в американском конкурсе на бронетранспортер. Американцы его переименовали, теперь это называется «Страйкер». Универсальная платформа, на которую может устанавливаться самое разное вооружение. В Нарву они привезли БТР. То есть это машина для перевозки пехоты. Крупнокалиберные пулеметы, судя по всему, гранатометы. Машина шустрая, американский мехвод все время пытался уйти в отрыв. Все те же «Мерседесы», «Гелендвагены» в военном варианте, «Унимоги». На крыше установлены легкие пулеметы, буксируют они, судя по всему, 120-миллиметровый миномет. Сложно сказать, что это за машина. Было предположение, что это часть понтонно-мостового парка, но может быть и нет. Какие-то контейнеры. Этот небольшой грузовичок, в нем едут солдаты с нашивками ПВО. Джипы буксируют безоткатное орудие. Дешево и сердито.
арт-систему обычную, такого калибра джип просто не утащил бы. Снова у Немоги, но гораздо более старых модификаций, похоже. В кузове установлены минометы. Судя по всему, уже меньшего калибра. Какой-то ремонтный, эвакуационный транспорт. Без вооружения. Организаторы, видимо, задались целью показать все, что у них есть. Вот, пожалуйста, топливозаправщики. Снова Мерседеса не мог. Санитарные машины. На базе Гелендвагенов и Унимогов. Снова подъемное устройство какое-то. Замыкает колонну вот подъемной техники самый большой кран. Закончился парад прохождением военного оркестра.